Chadiga, Chadiga, Dizabina, Israelzose, Dizabina.
Я ветеринарный врач Приморского сафари-парка Анусов Алексей. Вот. Сейчас я провожу осмотр нашего козла Тимура. Значит, на предмет ожирения возникает вопрос, что козел у нас жирный. И на предмет эктопаразитов, то есть по-простому, есть ли у него блохи. Так вот, при осмотре основное место локализации блох эктопаразитов, так называемых, это за ушами, под передними и под задними конечностями. То есть самые теплые места. Так вот, за ушами. Здесь чуть-чуть. За ушами отсутствуют колтуны. Колтуны — это узелки из шерсти и подшерстка. Так вот, все отсутствует, все чистенькое. То есть это говорит о том, что эктопаразитов, блох, клопов, клещей и так далее у него просто-напросто нет. Тёма, покажи голову свою. Красавчик. Так вот, теперь касательно его упитанности. Упитанность у него умеренная. Козел не зажиревший, не жирный. Это говорит о том, что он получает рацион. Рацион — это значит количество корма, которого ему достаточно для ведения своей жизни, то есть для осуществления нормальной жизнедеятельности. Все, более исчерпывающего ответа вы не получите. Он уже исчерпывающий. Вот. Ну, сейчас он у нас отлеживается. И опять же, основной внешний признак состояния животного, его физиологического состояния, это цвет шерсти. Так вот, видно, что его шерстка блестящая, лоснящаяся, а шерсть — это как раз, то есть ее блеск — это показатель его здоровья. Ну, сейчас он отдыхает, покушал небольшое количество грубого корма. Грубый корм — это сено, разнотравье и овощи, корнеплоды, морковка и свекла. Вот нарезочка есть, она погрызена, то есть он ее немножко подъедает. В данный момент Тимур находится на легкой, скажем так, щадящей диете, легко усваиваемой, но и в то же время легко превращаемой в голимую энергию, то есть не откладывая жира. Ну, в данный момент я ему выпаиваю пойло, там небольшое количество разведенного кандикорма, отрубленного зерна. Вот. Слегка подогретый. Тёма, давай. Я знаю, что ты не любишь, ну а ты как думал? Возникает подозрение, что ты жирный. Тёма, что му? Сам попьешь. Вода вкуснее. Это ж попробуй. Знаешь, как это вкусно? Вот, видишь, а ты не хотел. Очень вкусно, очень вкусно. Вот, а ты не хотел. Видишь, как процесс пошел. Видишь, как. Я умею уговаривать, да? Вкусно, полезно. Абсолютно здоровая пища. Давай, давай, давай. Молодец. Вот так, спринцовка 200-миллилитровая питательного раствора им получена. Первоначально, естественно, себя плохо ведет, но когда он распробует, как только распробует, он сразу с удовольствием высасывает. При осмотре, после того, как мы забрали Тимура из парка Амура, было выявлено, значит, по внешним повреждениям у него на теле в районе плечо-лопаточного сустава справа и слева два отверстия. Значит, одно отверстие длиной до 1,5 сантиметра и шириной до 0,5 сантиметра справа и слева, в принципе, отверстие то же самое. Вот, ближе к шее
то есть уже в районе лопатки. У него есть небольшие непроникающие повреждения кожного покрова. То есть это следы укуса тигра, о чем мы уже видели, Вот, то есть травмы довольно серьезные, но эти травмы говорят о том, что тигр не хотел убить тигра, он его хотел просто повоспитывать. Но так как воспитывал он его как себе подобного, то естественно силу он рассчитывал на тигра, а не на козла. Козлы в принципе не приспособлены довольно спокойно переносить эти травмы, в отличие от других тигров, молодых, более старших и так далее. Ему назначено лечение, значит, химиотерапия. Первым делом была сделана противошоковая терапия, вот, для снятия огромного стресса, полученного этим животным Тимуром. Вот, плюс антибиотикотерапия, то есть комплексные препараты широкого спектра действия, чтобы избежать воспаления, потому что такие раны однозначно инфицированы, то есть, чтобы подавить развитие инфекции, раневой инфекции, от которой чаще всего и погибают животные. Вот. Следующие, противоотечные препараты, то есть, чтобы избежать отека раны. И также он ограничен в диете по употреблению жидкости, то есть под строгим моим контролем, непосредственной дачей. Витамины также введены ему, хотя жвачные животные практически, у них нет незаменимых витаминов, но все равно для облегчения его ситуации введены водорастворимые витамины, комплексные препараты.